вызывали тогда. Походили к во дворе по ночам. С пацанами сбрасывали мяч кольцо. Было круто нам тогда при баскетболе мяч. И на площадку по 5-5 и научили нас играть. 3-3 и минус 5. Баскетбол до сих пор любим жестко поиграть. Пойти на площадку и дерьма поразгонять. Но увидели мы видео разных атак. И захотели мы точно так же танцевать. Пошли мы на брикен с штурками там. Научили нас они крутым крезам. Йоу! Первые рисунки скетчи рисовали долго. На картонке из коробки по бомба рисовали. Маркеры из перманента на базаре оторвали. Затыкали все подъезды на родном районе. А позже скинулись на баллоны. На заброшенном заборе забомбили мы сет. Ну и это было наше крю. После этих всех тусовок переехал на Варшаву, на Дебрэверский район. Даже не подозревая, что здесь крутые тусы. С Никольским узлом здесь чуваки, бомбы стены загниют дерьмо. Попали в эту тусу, благодаря РК именно они научили меня валить дерьба. Помню первые тусовки с олдскульным афоном и гребных мусоров, что патрулируют районы. Ведь они знают, что нигеры крали на законы. Это все потому, что у нас дебильные есть законы. Спустя пару тусовок к нам потянулся Жека. Это мой нигер, мы с ним тусуем еще с детства. Эй, я чувак, это Файсер, это Стрит. Все джеки и нигеры в нике ник. Разгоняем дерьма на улицах, подыгрим басы бит. И качаем бошками под real motherfucking shit. Эй, я чувак, это Файсер, это Стрит. Все джеки и нигеры в нике ник. Разгоняем дерьма на улицах, подыгрим басы бит. И качаем бошками под real motherfucking shit. Сейчас у микрофона Игорь Ник-Ник. Я запоминаю, чувак, это Blast of the Streets. Хип-хап культурой мы навсегда и вместо бедростный мафон. Подразним Путин Клан. Есть куча задротов, контакты и прочей херни. А мы предпочитаем рэп и тусы на районе. Так что, чувак, вырывай контакт и вырывай в своих колонках всякий старенький хип-хап. А мы с Джеки будем валить подземный рэпак. Слушай наше дерьмо и не ведись на вред телека. На всяких попсовых и гламурных пидорасов, которые читают рэп футболочка со стразами. Они тупые гамадрилы, нихуя не шарят. Варшавская школа хип-хапа всех прокачает. Йоу, чувак, и даже пока останется здесь надолго и будет жить на этих грязных районах, на которых нет у коммерции попсы и фачи здесь остались. И только настоящие мы будем продвигать. Финистый рэпак прям в Варшавский подоворотни именно для вас. Именно для вас! Эй, я чувак, это Файс оф зе Стритс! Все джеки и нигеры в нике ник. Разгоняем дерьма на улицах, подыгрим басы бит. И качаем бошками под real motherfucking shit. Эй, я чувак, это Файс оф зе Стритс! Все джеки и нигеры в нике ник. Разгоняем дерьма на улицах, подыгрим басы бит. И качаем бошками под real motherfucking shit.